Суперфирма. Поговорим о следующем элементе джентльменского набора. Это фирменный бланк. Какой фирменный бланк? Это сувенирка. Сувенирка обычно бывает трех видов. Первое. Сувенирка для всех. Вообще для всех. Зашел в офис, ушел с сувениркой. Второй уровень – это для сотрудников или постоянных клиентов. И третий вид сувенирки – это сувенирка для VIP-клиентов. Ну, это какая-нибудь дорогая хрень с фирменным логотипом. Значит, вот такой большой фонд подарков нужен прежде всего, уже на космических этапах развития фирмы. Для начала из сувенирки достаточно ручки и блокнота. Значит, и то по 100 экземпляров в среднем стоит $100, уже с нанесением, плюс-минус. Значит, по ручке все понятно. Главное, чтобы логотип находился вот на этой стороне. Видите, клип, или там клипс, или зажим, как он называется. И вот здесь логотип. Так, чтобы писать было удобно, и чтобы, когда пишешь, вот логотип находился вот здесь. Понятно, да? Обычно об этом и нигде иначе, нигде в другом месте. Обычно сувенирщики об этом знают и все делают нормально. Вам просто лишний раз уточнить и, соответственно, деньги, если что, сбережете. Вот здесь можно написать еще адрес сайта. Это по желанию уже, можно не писать. Значит, что касается блокнота. Блокнот иногда делают таким, что вот на всю страницу лепит логотип. Это неправильно. Максимум, что можно, куда налепить логотип, это на обложку. И то ее могут оторвать и выбросить, и человеку будет комфортно. А могут не оторвать, как я, по-доброму. Главное то, что внутри. Вот этот блокнот сделан на грани. Посмотрите, что внутри. Видите, внизу целая информация, чуть ли не прайс-лист. Прайс-лист это так уж слишком. Здесь полные реквизиты фирмы, где находится и так далее. Я рекомендую просто на каждой страничке располагать внизу адрес сайта. И все, больше ничего не нужно. Тогда блокнот будет работать на вас. И тогда это будет хорошая сувенирка, которую не лень и не влом подарить кому угодно. И главное, журналисту. Журналисту-то всегда нужны ручки с блокнотами. Подразумевается, что на этой ручке о вас напишет. Так вот, сувенирка самая простая, ручка плюс блокнот. Делайте их правильно.